Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo A38. И сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение телефон, далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу и нажимаем «Настройки». Здесь мы выбираем заблокированные номера и нажимаем «Добавить номер телефона». Далее вводим номер телефона. И нажимаем «Заблокировать». И так мы можем заблокировать абсолютно любой номер. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.